Видите? Ну, еще есть пару мне минут, 10 минут. Ольга описала. В результате, если... Ну вот как можно? Какой-то хрен ученый, если ни одного абрикоса не вырастила, взяла, это 30-30, а сейчас 22-й год. Если уже в 30-м году опровергли, это получается 92 года назад. А разве же наука? Я кто? Железов. А Латинков кто? Лучший сад на Урале. Рядом наука спит, даже близко не подступилась к этому. А Боднар? Это что, же наука? А я, знаете как, ладно, это значит, будем считать, что я заканчиваю эту тему. Первый урок будущей академии, если не закроют раньше, я имею в виду Тимрязевку. История науки, там сотни примеров. И садоводство вообще. Дорогие студенты, я бы начал. Первый урок. Парашюты были невозможны, боялись ноги оторвутся. Понимаете? Невозможно. Мы не могли раньше запустить, спасать первых этих, которые разбивались насмерть. Почему? Потому что какой-то генерал-дурак написал резюме. Это исторический факт. Парашюта прыгать нельзя, оторвутся ноги. А сбросить манекен, это я вот сейчас придумал. А почему не сбросили манекен, чтобы убедиться, что ноги целы? Или правда оторвались? Солнце вращалось вокруг Земли. Сомневаешься на костер? Было? Никто не сомневается? Потом пришлось это самое церкви оправдываться и извиняться. Ну, поэтому смотришь, да, действительно, утром солнце взошло, вечером. Конечно, вращается. Вот так же произошло и этим. И каждый раз, когда что-то случается, наука становится тормозом. Каждый раз. Еще раз, я специально вот взял, еще раз повторю. Цитата из Википедии. А? Тимрязевки. И вот дальше, после этой цитаты, вот, я пишу, цитата приведена из Википедии. Во время спора генетиков тимирязевцев, это они, с Мичуринцем, Лисенковцем, это Железов. Ну, можете сюда добавить и Боднара, и Латинкова. У нас трое таких. Жаль, что двое уже там на небе в саду работают. Я уверен, что они не валяются по деревам, отдыхают в райском саду, а работают там. Вот. Любой сад требует ухода. Вот вам и Мичуринц, Лисенковец. И вот дальше это все лекция. И на этот огромный срок, вот этот вот, остановилась наука садоводства. Вот. Ну и несколько минут, я не могу удержаться. Это наш друг, один из самых крутых садоводов-любителей. Вот. По некоторым отношениям меня превзошел, а я только рад этому. Давайте прочитаем информацию о нем, и на этом, может быть, и закончим сегодняшний вебинар, не считая того, что будут еще вопрос-ответы. Так, от Алексея Алексея. Лаборатория укоренения. Итак, кому? Вам, то есть мне. Здравствуйте, Олег Константинович. Вас беспокоит ваш ученик Алексей Алексей Челябинск. У меня есть предложение. Вот, кстати, это я его долбил сколько, не один год. Но в конце-то концов, займись этим самым. С таким серьезным делом, как распространение. Кажется, я победил. Я собираюсь этой весной, с марта месяца, начать укоренение черенков вашей шелковицы. Шелковицы Железова. И могу еженедельно высылать вам для ваших вебинаров короткий отчет с фото о том, как идут дела. К примеру, по субботам. Вот. Может, можно было не спрашивать, я только рад. С описанием, что делал и как. А по понедельникам вы показываете эти отчеты на вебинаре. Согласен. Это позволит сделать ваш вебинар еще более интересными, познавательными, привлечь им еще больше любителей садоводов, которые смогут в режиме реального времени наблюдать и получать опыт укоренения шелковицы, которые смогут применить для других культур, например, винограда, актинидии, смородины. А мне позволили найти своих покупателей на саженце этой шелковицы, которую я продам уже этой осенью. Возможно, кто-то из слушателей сразу же захочет гарантированно получить саженец шелковицы. Да, вот, то есть сразу. То есть получается заранее.
назначив за него высокую цену типа аукциона. Это приветствуется. Как вам такое предложение? Есть и название «Вести из лаборатории укоренения». Хорошее название. Продолжительность марта до высадки в сад – это май. И еще не все. Тогда я сказал, Алексей Иванович, вот, народ должен знать своих героев. Читаю. Спасибо, Валерий Красивич. Да, отчество Иванович, 64 года. Инженер-строитель. 5 инженеров. Да что это такое? Дождешься это самое, Алексей Иванович, что тебя языки тебе скажут, какой ты инженер-строитель. Вот. Вы подумали, что у него шелковица, а у нас нет. Все равно он какой-то. Нет, почему нельзя просто с уважением? Инженер-металлург. Вот. Инженер-электрик, мой брат. Инженер-строитель. Почему нельзя с уважением? Ведь это мы построили страну. Мне вот это, я уже давно про них бы забыл, но вот это вот угрюмое молчание. Мы это самое. Считаю, не стоит знать. Что ж ты тогда вырастешь, если не стоит знать-то? Время ушло. Время Запорожца ушло. Сейчас же время Мерседесов. Такое впечатление у вас там это... Так, проехали. Увлечение садоводством, купание в проруби. Вот, вы полюбуйтесь. Я уважаю таких людей. Вы знаете, что я старый морж. Сейчас последний год не купаюсь, сердце уже и давление. Все-таки есть предел всему. Так. Ну, посмотрите на этого мужика. Он еще до моего возраста 8 лет пусть доживет. Вот. И все это время купается. И выращивает саженцы шелковицы. Вот. Уважить. С огромным уважением, Алексей Иванович. С огромным. Особенно, когда я прочитал, что инженер-строитель. Я говорю, у меня в жизни вот такого не было, чтобы кем угодно обзывали. Наполеоном обзывали. Вот. Говорили... Врет как мерен, там, это все памяти, а многое я не помню. Но за дело только одно. Какой-то инженер, какой-то металлург, вы понимаете? Вот это за дело. А теперь смотрю, как, кого не копни среди нас. Это. Я не говорю, что среди нас есть простые, среди нас есть этот дальнобойщик, шофер, этот самый Олег Олегович Мезинов. Но ему сейчас бы, я бы был бы президентом или там этим самым министром. Я бы ему бы отдал бы этот самый институт, который тут же рядом в Брянске. И сказал, ну научи ты их саженцы выращивать-то. Ни хрена же выращивают это. Вырастет из калечат, калеку продают. Там же продают калек, ну. Да? Шофер-дальнобойщик. И даже если шофер-дальнобойщик, и даже если просто пенсионер, и даже если он работал аптекарем, пекарем, уважение должно быть. Уважение. То, что мы создали, у меня вот такая папка. Вам не снилось даже? Когда-то, может, это последний раз уже скажу про них уже. Вот то, что их это... Ну ладно, там, получается, покритиковал я эту самую Наталью Андреевну. Но она же не стала... выкаблучиваться. Получил взвешенный ответ. Половина уже, наполовину она уже наша. Сейчас маленький штамбик, но в следующий раз уже никакого штамбика не будет, если привиты. А прививка будет у земли. И тогда вероятность вырастить тот же абрикос увеличится в десятки раз. Десятки. И веточка, взятая не с середины, черенок середины ветки, а с самого низу ветки. Еще в десятки раз. И вот уже сады пошли. Как просто? Да еще на холмик, а не как этот самый доктор наук научил. В 21 веке, в 20 году. Так, телефон только вам, слушателям, отвечу по почте. Короче так, кто хочет дружить уже всерьез и иметь шелковицу от Алексея Ивановича, вот, пожалуйста, адрес. Легко запомните, легко запишите, вернете сюда. Мое фото вчера в проруби. Вот. Ну, это мы уже сегодня, наверное, мы не успеем. Я живу в Канаде. Все, наше время истекло. Надо поберечь ваше это время и нервы. Мы сейчас перейдем на сюда. Так. И останемся на 5 минут.